все так, а тем временем один житель Тобольска не позаботился о своих близких и подвел всех под тюрьму. Там осудили 7 человек, которые создали интернет-магазин по сбыту наркотиков. Сайт работал в течение года. Преступное сообщество организовал Александр Воскресенский. Он вовлек в него супругу, сестру и знакомых. Правоохранители сначала задержали покупателей, а после и продавцов. По данному делу было изъято свыше 720 граммов различных наркотиков. Главарь банды получил 15 лет лишения свободы. Остальные сроки от 8 до 14 лет.